Депутаты горсовета увеличили затраты на питание детей начальных классов с 10 гривен до 17 гривен 50 копеек. Даже после повышения этой статьи расходов на 75%, Одесса остается позади большинства городов Украины. Так, Киев тратит на питание одного ученика младших классов 21 гривну в день, Днепр чуть больше 20 гривен, Херсон ровно 20, а небольшой Тернополь сразу 26. Все дело в том, что в других городах речь идет о софинансировании, говорят в мэрии, а в миллионной Одессе чиновники, видимо, не могут найти социально ответственный бизнес, готовы немного помочь. Велика кількість міст України працює в форматі співфінансування. Частину оплачує міський бюджет, а частина оплачується за рахунок батьківських коштів. Вартість харчування, яке ми сьогодні представляємо, це напрацьоване нове меню, яке ви можете сьогодні побачити у нашому рішенні. Воно апробовано у 10 школах міста Одеси. Если раньше в столовой предлагали преимущественно каши с котлетами, которые, как говорят чиновники, дети часто не хотели есть, то теперь школьникам предложат пастуший пирог, морковные котлеты, куриный шницель, макароны с сыром и даже наггетсы. Из сессионного зала звучали мнения, что новое меню не имеет ничего общего со здоровым питанием. Однако чиновники ответили, что набор блюд согласовали с диетологами. С едой разобрались, перешли к тарифам. Вслед за Одесским областным и районным советами муниципальное собрание обратилось к органам центральной власти по поводу недопущения поднятия цен на жилищно-коммунальные услуги, а также о необходимости увеличения соцвыплат, в частности субсидий. Одеська міська рада звертається до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з проханням невідкладного перегляду тарифів для населення, а також закону України про державний бюджет України на 2021 рік задля збільшення видатків на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палення та скрапленого газу. Депутаты горсовета поддержали решение о строительстве многофункционального городского дворца спорта в районе аэропорта. Напомню, старый комплекс, который находится на проспекте Шевченко, пребывает на балансе области и ориентирован только на зимние виды спорта. Новый же будет служить ареной для соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, других игровых видов спорта, а также в качестве концертно-выставочной площадки. Треба це робити, треба робити і залучати інвестиції для того, щоб розвивалася спортивна інфраструктура міста, як з усіх джерел, як з бюджету міста, так безумовно і долучати це державний бюджет інвестицій і також працювати разом з приватно-державним таким партнерством. Мене откровенно радує те, що в цьому проєкті рішення є інфраструктурний соціальний вопрос, який имеет признаки того, что в Одессе зарождение спорта может быть. Начинаться совершенно с другой главы. Отметим, что часть фракции ОПЗЖ не проголосовала за этот проект решения. По мнению депутатов, при заявленном условии софинансирования строительства объект не будет принадлежать громаде. Правда заключается в том, что этот объект станет, ну, грубо говоря, частной собственностью. То есть сначала его построят за бюджетные деньги, а потом под разными предлогами, под предлогами эффективного менеджер-проекта или чего-либо другого, этот объект отдадут в концессию. Тем самым в очередной раз подтвердилось расхожее мнение о расколе среди одесских оппозиционеров на группу Бойко-Левочкина и группу Медведчука-Рабиновича, к которой СМИ также относят фракцию партии «Шария». Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Прежде всего, в двух словах хотел бы...